Всех, кто заглянул, приветствую. Сегодня мне понадобилась ваша помощь. Я окончательно запуталась и решила обратиться к вам с предложением. А дело, собственно, вот в чем. Чуть больше года тому назад вышло мое видео с презентацией идеи, где речь шла о приспособлении для плетения рамочек. Под этим видео в комментариях вы выразили желание посмотреть подробный мастер-класс. Времени, конечно, прошло уже достаточно много, и я, конечно, не сидела сложа руки, провела кучу экспериментов, и получилось очень много вариантов плетеных рамочек. Надо сказать, что приспособление это делает работу легкой, техничной, быстрой. Лично мне нравится то, что легко можно осуществить любой полет вашей фантазии. Я даже не смогла все варианты сплести, их настолько много, все время в голове рождаются новые и новые идеи. Понимая то, что сейчас в моих руках уже более обширная информация, мне показалось, что будет нечестно с моей стороны по отношению к вам не предоставить вам выбор. И если в видео с презентацией был только один вариант плетеной рамочки, то теперь их уже много. А теперь, собственно, моя просьба. Я прошу вас проголосовать за какой-то определенный вариант, на который я и сделаю мастер-класс. Я пыталась сама решить этот вопрос, но хочу все же и ваше мнение какое-то услышать. В конце ролика я поставлю фотографии, каждую пронумерую. Вам нужно будет выбрать вариант внутреннего края и вариант загибки. И будет это выглядеть примерно так. Вот у вас, допустим, два варианта. В первом варианте, допустим, вам нравится загибка, во втором варианте внутренний край. Так и пишите. Первый – загибка, второй пункт внутренний край. Вот в таком формате будем голосовать. И еще один вариант у вас будет для вашего выбора. И будет звучать он так – на ваше усмотрение, то есть на мое усмотрение. Еще у меня есть к вам одна просьба – не отвлекаться на обсуждение качества трубочек. Да, трубочки на эксперимент ушли из старых запасов. У меня их было очень много. И была дилемма либо их выкинуть, либо куда-то применить. Ну, я считаю, что хоть какую-то пользу они принесли. Надеюсь, что ваш интерес в том, чтобы вышел этот мастер-класс, тоже есть. Пока не буду ограничивать вас сроками, напишу об этом в комментариях. По набравшим наибольшее количество голосов вариантам, я и сделаю мастер-класс. Заранее благодарю вас всех за участие в опросе и желаю вам приятного и плодотворного просмотра.